Woody, 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 baby. Вітаю вас! Зовсім недавно було доведено, що місто Кривий Ріг старше на 45 років. Що з цим робити, як до цього ставитись, ми вирішили спитати у мешканців, звичайно ж, Кіровограду. Шуткую, мешканців Кривого Рогу. Пішли! Откуда ви узнали, що Кривий Рог старше на 45 лет? Скажите, откуда вы узнали, что Кривой Рог на самом деле старше на 45 лет? Чего? Старше, чем он есть, чем все думали. Я впервые слышу. Не слышали? Реально вроде доказали, старо. Что Кривой Рог старше на 45 лет? Ну и что, допустим. Ну что делать теперь? Вот вас, ничего праздновать. Праздновать этот факт или Пасху? Раздельно, все-таки два праздника. А он что, старше? Да, доказали недавно. Да. То есть не 1775-го? Да, а раньше? Не в курсе наш. А что делать теперь нам? Что делать? Радоваться. Радоваться? Не, никогда не слышал об этом. А что, надо праздник устроить. Какой? Юбилей, да? Куда юбилейный? Ну, я, если честно, не сильно это, об этом, ну, знаю. А? Я думаю, да. Что вы думаете, да? Думаю, да. Ну, с телевидения. То есть слышали такую информацию? И что теперь делать нам? В смысле старше? В школі дізналась. А звідки я знала, що на... Стоп! Старше за кого чи за що? За Кривий Рог. Ну, всі думають, що він в 75-му році основан. Доказали, що раніше. Ні, я такого не чула. Не слышали? Старше на 45 років, я навіть об этом не знав. Нічого не знаю. Не слышали таку інформацію? Ні, ні. Ученые доказали Криворозьке, що Кривий Рог на самом деле на 45 років старше. Нічого такого. Не слышали. Ні. З Кривим Рогом що делать? Йому тепер 285 років на самом деле. Ну і що, і далі розстраювати його, щоб він був красивий у нас. Щоб красивий, щоб... Благоустроєний. Розстраювати, щоб він не розстраювався, да? Так, укрепляти, щоб Кривий Рог був самий. Я молодежі жилье треба строїти обов'язково. Не варто надто паритися такої фігні. Знаєте, як оце? Тоналки, коротше, кучу набрати, кучу КГ і обмазати кривбас, в принципі, тоналкою. Подлатати, да, немножечко? Да, немножечко, будь моложе. Ну, я думаю, що не стоїть міняти дату рождения. Пускай він буде для кого-то старше на 45, а для нас все-таки останеться таким, який він є. Таким же молодим, да, 240-летним, да, городом, я понял. Ну, історію переписувати не будемо, просто согласимся з цим, а то не учені. Ну, просто поверим ученым. Да. Это город, он с возрастом красивее становится. Вообще, мне нравится лозунг «Кривой Рог – город длиной в жизнь». Кто-то придумал. Гениально, что ли. Скажите, а что бы вы сделали, если бы узнали, что вы старше, чем есть на 45 лет? Ой, я попечалился. Принял как неизбежное, а что остается делать? Ага, то есть мы Кривый Рог примем такой, как он есть. Да, надо все принимать так, как оно есть. Ага. На самом деле это было бы очень грустно, потому что я бы не хотела в мои 16 быть... Боже мой, 50 чем-то лет мне было бы. Нет, никогда. Я бы подумал, что я брат Джареда Лето, наверное. Ну, классно, да, я бы обрадовался. То есть вечеринка, да? Все? Да, обязательно, значит, вечеринка, да, коктейли, много-много друзей. И хорошее настроение, конечно. 45 лет бы отмечал еще. Огорчился бы, что стал на 45 лет моложе, и жизнь почти пролетела. Моложе или старше? Старше ты стал? Ну, старше, все равно. Построилась бы. А потом? Ничего не делала бы. Хочу честно подольше быть молодым. А так, ну, в старости мы успеем еще побывать. Якби в мене було б здоров'я, я б сміявся, страшне дело. Так ви зараз смієтесь, значить здоров'я є. Я думаю, що чоловік молод не своїм возрастом, а душою. Поэтому даже если бы мне сказали, что я на 45 лет старше, я все равно бы оставалась такой молодой и привлекательной. Да, точно. Это правда.
силой мы не заставляем никого. Никакого применения силы. Мне кажется, люди на самом деле не знают, хотят они ответить или нет. Я заметил, чем медленнее идет человек, тем больше он опаздывает. Такая тенденция какая-то. Продолжите фразу. 45, Кривый Рог. Ягодка опять, да? Ну, как да, то да. Есть Кривый Рог баба. Спасибо. Да. Опять. Ну, как баба Ягодка опять. Кривый Рог именно, он же не баба, он наоборот мужик. Город Ягодка опять. Опять. 45, Кривой Рог, живой опять. 285, Кривый Рог. Лучший. Продолжите фразу. 45, Кривый Рог, угу, опять. Да. Кривый Рог, да, опять? Да. Нет, 45, Кривый Рог. Да. Снова молодой. Молодец снова. Молодец снова. Да. Спасибо, брифу самое главное. 285, Кривой Рог, герой опять. Ну, дізналися ми, що Кривому Рогу 285 років. Ну і що, мешканцям байдуже. Головне, що у нас гарне місто, яке ми всі любимо. І любимо по ньому гуляти за такої гарної погоди. Це програма «Від зупинки до зупинки». Бувайте, до нових зустрічей. Baby.